Мы понимаем специфику Донбасса. Много говорят о том, что есть там рабочие специальности, которые редки для нашего региона, да, там именно специалисты там по металлу, по каким-то еще, да. Однако они не могут устроиться в Тюмени. Некоторые там говорили о том, что опасное производство, но у них нет подтверждающих документов, что они могут выполнять такую работу. Как-то с ними какая-то работа вот именно ведется для того, чтобы они все-таки могли получить эти разрешающие документы, потому что специалисты действительно высокого класса, которые могут работать на наших заводах. Да, действительно, сталкиваемся со случаями, когда в силу того, что экстренно покидали территорию, естественно, документы были утрачены, либо не взяты с собой. И вот здесь как раз-таки один из вариантов, когда работодатель не может просто там со слов или, допустим, каким-то там тестовым испытанием установить, подтвердить квалификацию, это в рамках наших мероприятий по обучению быстро пройти какой-то курс базовый и, соответственно, получить этот документ. То есть человеку, уже владеющему навыками профессии, это будет достаточно просто и, соответственно, такой вариант мы тоже рассматриваем для того, чтобы вот эти проблемы решать.